Всем добрый день! Сегодня будем готовить жареную айву. Эта вкуснятина подходит к многим блюдам. К рыбе, к мясу, с сыром айва жареная очень вкусно. А также я люблю жареную айву с мороженым, потому что мороженое – десерт сладкий, айва кисленькая, и все вместе получается прекрасно. Падает, не успеваю обрабатывать, но надо торопиться. Время пришло. Взвесила большую айву, около 500 грамм. Ну, это, конечно, не крупная осталась. И даже вот такой экземпляр нашелся, более чем полкило. Но, к сожалению, она немножко гнилая. Ее я использовать не буду сейчас, по крайней мере, в данное блюдо. Короче, берем айву. Она, как правило, вот такая лохматенькая. Берем французскую салфетку. И вот таким образом чистим. Ну и теперь моем. Теперь берем и чистим. Если нет такой чистилки, можно обычным ножом. Ну и теперь разрезаем на несколько частей, в зависимости, насколько она у вас большая. У меня айва слегка червивая, поэтому буду выбирать. Червивую буду откидывать. Удаляем серединку. И нарезаем на тонкие кусочки. Ну, миллиметров 7-8, я думаю. Масло растапливаем и выкладываем айву. И жарим с обеих сторон до золотистой корочки. Красивая, румяная, быстро пожарилась. Ну, прям, я не знаю, минуты полторы-две. Жарим с этой стороны, с другой. Так, какие потоньше вытаскиваем, они уже готовы. Которые потолще, пускай дожариваются. Это у меня вторая партия. Первую партию я не сахарила, буду кушать с мороженым. А эту, в эту партию добавлю сахара. Сильно сахарить не буду. Столовая ложечка, не полная, достаточно. Айва готова. Эта тарелка у нас со сладкой айвой и сыром. Прекрасная закуска к вину. А сюда добавляем мороженое. Вкуснятина необыкновенная. Всем приятного аппетита. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.